Так. А судьи кто? Ху. Звук есть? Алло. Так. Ну, всем привет. Вот. Здорово, бандиты, так сказать. Ага. Значит, на Хэллоуин я купил себе несколько игр, которые мы с вами 100% пройдем. Ну, там как раз связанные хорроры, большие такие. И вот этот прекрасный The Long Dark, о котором я мечтал давным-давно, но компьютер мне его не тянул. Вот, в общем, давно хотел потрогать, так сказать, за жопу этот режим выживания, потому что сюжет меня тут не очень прикалывает, но сюжет мы тоже с вами пройдем, наверное. Вот, а еще я купил себе жесткий диск, и сейчас как раз играю с него, поэтому может быть шум. Я, если его замечу, то, естественно, попробую что-нибудь с этим сделать, ибо нехуй. Так. В общем, еще заказал, этот, не заказал, а уже пришел поп-фильтр с краном и пауком, поэтому со звуком должно быть вообще все шикарно. Особенно с буквой П, Б, там, что еще, какие бывают. Так. Давайте я чуть-чуть настройки подкорректирую. А то, по-моему, орет сильно. На 80. Или нет? Ладно, без разницы. Короче, у нас с вами качество высокое, высокое, высокое. Вообще у меня стояли ультра изначально, но я такой подумал, при записи вряд ли, вряд ли. А, видеокарта, конечно, хорошая, но мало ли чего. Еще если вы слышите посторонние шумы, это блок питания, я не знаю вообще, что с ним делать. Так, давайте. Начнем, конечно же, мы с режима выживания, потому что он в этой игре самый крутой. Я тут немного побегал, чтобы чисто звук проверить, но мы с вами загрузимся с самого начала. Так, чё по уровням сложности? Пилигрим для новичков и опытных игроков, которым интересно задумчивое исследование мира. Невысокий уровень сложности, дикие звери могут напасть только если вы их спровоцируете. Нет, это не для нас, мы тут блатные пацаны. Для новичков и опытных игроков, которые хотят соблюсти баланс между исследованием мира и выживанием. Зверей не слишком много, но они могут вас выследить. Средний уровень сложности, зато большое количество ресурсов. 4 активных подвига. Подвига? Чё? Я не сильно шарю в новой версии этой игры, больше в старой. Которая еще там была, то ли бета, то ли хрен пойми, как называется. Альфа, омега. Так, сталкер, во, это для нас, мы крутые пацаны, мы играли в сталкера Зов Припяти, отлично. Ну, то есть, не на запись, конечно, я играл где-то лет 8. Это режим для игроков, которым хочется изнурительно тяжелой игры, основанной, читаю, конечно, хорошо, да. Основанной на выживании, множество враждебных зверей будут рады вами пообедать. Уровень сложности очень высокий. Так. Незваный гость. А, ну это смерть. Это сразу смерть. А персонализация это что? Для игроков, которые хотят получить уникальный опыт, не похожий на стандартный режим выживания. Но это мы потом с вами разберемся, если второй раз будем проходить. А так, я думаю, мы возьмем пока что скитальца, потому что я в игру еще не играл. Я смотрел только у купленного летсплея и радовался. Так, что я выбрал? А ну-ка назад. Ну, всегда начинали с загадочного озера вроде, вот и сейчас, или... Сейчас. Найду. Волчья гора. Да, с этого. С загадочного озера, наверное, начнем. Так, ну и будем играть бобёной. Класс. Чтобы нас сразу сожрали волки. Хотя у нее топор, поэтому... Может быть, она не такая уж и простая. Назовемся. Я не знаю. Олег. Почему бы и нет? А, нет. Не хочу Олег. Хочу. Ой, сейчас еще над именем думать. Пусть будет там, не знаю. Василий Пуп. Пупкин. Теперь будет пуп. Просто пуп. Ладно, все. Ч
чё мается с этими всякими приколами? Блин, наконец-то нормальная графика. Слава тебе, Господи. Нет списков дел, день посвящен сам себе. Час, некуда опаздывать, ты уже везде опоздал. Все прекрасно и дорогое сердцу происходит из боли, из горя и пепла. Пеп. Ой, тьфу, блядь, пеп, только не пеп. В универе пеп — это смерть. О, а чё так? Я помню, да. У нас тут проблемы с чувствительностью мыши. Я чуть-чуть это исправлю, если вы не против. Чувствительность мыши на 30, наверное. Надеюсь, вы не будете слышать, как она стучит по столу, потому что немного она это... ёбнутая. Плавность мыши включить. Ну, пусть будет. Я думаю, неохота смотреть на резкие приколы. Так. Все? Все? У меня еще с мышкой проблемы. Это, короче, странные дела. У-у-у, как садится. Так, оставленная записка. Что это? Прочесть текст. Ого. English language. Я, пожалуй, может, не надо. Ты не помнишь меня? Или не хочу? Короче, да. Не помнишь меня. Завардо! Не остановится, когда... Эти, короче... Свет-градиент. Блять. Все, опозорюсь, пиздец. Так, это... Это как это начинается? Оставайся спокойным, обсерься, выживи. Твой отец смотрел этот день. Не верь тому, что слышишь. Что он сделал... Короче, выключить вниз... Может быть, ты можешь перезвонить огню. Твой отец понимал это. Мы танцуем для наших детей. Для наших детей, 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 наших детей. Ага, мой дорогой. Моя дорогая, один день ты будешь... чувствовать голоса, блять, восход в твоем сердце. Войди в пещеру и стондо до того, как типа звезды появятся или антил. Я не помню, что такое антил, ладно. Climb the highest peak. Ну, типа, поднимись на самый высокий. На самый высокий пик, ну, гору, вершину. Спой, когда брутальные удары. Я здесь с тобой. Зима, зимние ветра могут быть очень холодными. Или будут только холодными, холоднее. Ну возьми, чё. Я думаю, сильно это нам не прибавит. Блять, у нас тут это фов большой. Это в смысле маленький, но мы справимся, я думаю. Хотя меня уже блевать тянет. Капкан. Чё за капкан? Это выглядит как палка. Это пригодится. Небольшой капкан для поимки дичи. Какую дичь можно поймать на эту дичь? Ладно, возьми, пригодится еще. Кровать. Сколько у нас там, это, как посмотреть, на улице сколько? По ощущению 3 градуса. Пойдет, у меня сейчас так же на улице. Сразу оружие. Неплохо. Нам, видимо, повезло. Стол, патроны. О, хавчик, хавчик. Хавчик надо забрать. Томатный суп. Забирай все. Армейский ирб. Фига не дают, они все еще и не просроченные, да? Изучить. Так сразу изучить, что его хранить-то с собой? Ого. А тут надо вот так изучать. Улучшить навыки.
чё, блядь, мы пока что ни о чем не жалеем, давайте изучим сразу все. А, и ночь наступила, прикольно. Теперь нам... Блядь, теперь ничего не видно, зря я наизучался тут. Тут где-то было... Печь без дров. Разжечь огонь. Можно этот... Шансы на успех 100%. Шансы на успех 80%. Давайте разожжем, почему бы и нет. Нам еще эту комнату обследовать надо, в принципе. А на улице, наверное, холодно, пиздец. Я думаю, пока что лучше не выходить, по крайней мере, ночью. Посмотрим, что днем будет. Мне как мне нравится эта игра, особенно когда на улице и сейчас у нас плюсовая температура, непонятно почему. А этот... Должна быть не плюсовая. 13 минут. А можно как-то добавить топливо, да? Ой, блядь. Ладно, возьми факел. Не подожди тут дом. Ага. Антибиотики, труд. Повязку возьмем. Да, блин. Тупая мышка. Вот скажите мне, что с ней делать? Горючая. Газета. О, газета неплохо. Обыскать аптечку. Набор для шитья, он нам понадобится, кстати, очень много его нам понадобится, антибиотики. Сейф? А нафига он тебе? Так, батончики, спички, горючие. Это все хорошо. Так, тут что у нас есть? Банка, банка какая-то. Виноградный лимонад. Лимонады, кстати, очень полезные тут, они, по-моему, и голод восполняют, и жажду. Нам нужно ночь пережить. Блять! Вот как знал. Вот сейчас надо было подходить. Ладно. Да вы тут это. Давай, давай. Скажи мне, что ты можешь разжечь его. Пожалуйста. Ну давай. Давай. Да, именно. Нам ночь надо пересидеть тут. Блять. Отлично. Я полностью согласен. Мне уже нравится, что я за нее играю. Она слишком читает мои мысли. Так. А что у нас есть? У нас есть спички к 100. Зажечь. Давайте посмотрим еще, что мы тут не собрали. Да сядь ты, блядь. Набор для чистки огнестрельного оружия. Неплохо. Так. Надо бы найти топор и расфигачить. Так, тут что у нас? Патрон для револьвера. Ладно. Блять. 30 спичек у нас не беда. Где у нас? Блять. Револьвер не трогай, пожалуйста. Типа, да. Где? Где? В темноте вообще неохота ходить. Хоть это и не хоррор. Типа, мы... Я пока в инвентаре, кстати, не разбираюсь. А ну-ка, фигач. Да, блядь. Так. Облутать надо вот это. Факел. Отлично. И... Пусто. Ладно. Блин. Надо ткань какую-нибудь, блядь. Ладно. Сейчас сколько время? У нас сейчас еще много времени. По ощущению до сих пор 3 градуса. Видимо, дома очень тепло. Нам нужно кровать и спать примерно, ну, здоровый сон 6 часов, а здоровый сон студента 4, поэтому спим 6, наверное. Отдыхаем, я надеюсь, мы не сдохнем за это время. Шо по статам? Я статы, кстати, убрал, чтобы они постоянно... О, пить охота. Мы проснулись полностью отдохнув. Ладно, допустим. Нам бы еще разжечь... Эту залупу. Ага, отлично, мы проснулись. Обезвоживание. Прекрасно. Угу. Во-о-о-о-о. Мы можем это сделать. Ладно, давай, разламывай. А где тут второй был? Его тоже. В общем, нашей целью, я думаю, будет, как и в тех старых версиях, добраться просто до... этой задницы, которая называется...
Да сейчас ты попьешь, господи, боже мой. Найди сначала мне печь, потом попей. Так, где печь? Я не хочу спички тратить. Во, печь. Да, тихо. Разжечь огонь. Горючее. А, у меня три горючего, неплохо. Давайте, давайте потратим одно горючее, потому что нам срочно надо попить. Разжечь огонь. Неплохо. Так, теперь 20. Древесина. Давайте добавим топливо. Вот так. И нам нужно... Нам нужна тара срочно, какая-нибудь такая. Банка какая-нибудь или что-нибудь такое. Ткань, забирай. Пока спичка горит, я не хочу просто больше спичек тратить. Полка. Канистр с горючим, кстати. Быстрее ищи. Зажигай эту залупу. Набор для шитья. Пойдет. Чайник, кипятильник тут есть. О, кастрюля! Котелок. Все, отлично. Теперь мы... Кого там готовить? Котелок. Сдувшаяся банка пи... А, да. Отлично. Назад. Вода. Во, вода. Топить снег. Литр. Готовить. Блять. Вот уже сразу попали в залупную ситуацию, что у нас нету вообще ничего. Так, а что у нас пока по одежде, кстати? У нас по одежде ничего нету. У нас можно что-то вот сюда надеть? Нет. Сюда, 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 сюда. А по состоянию по одежде что? 50% верхний слой. Я думаю, важно не то, что снаружи, а то, что типа внутри. Да, логично, кстати. Надо... Давайте вот эту отремонтируем. Ткань у нас есть. Время на починку 30 минут. Набор для шитья. Давай, фигачим. Вода за это время вскипятит. Это, в смысле, снег растопится. Так, пока оставим это. И... Вода не питьевая. Продолжать до готовности. До полного... Чего? Все? Че я сделал, блядь? Выпей это. Блядь. Че сделал? А, нет, я не на то нажал. Ладно, в принципе, без разницы. Нам нужно теперь взять и попить воды. Литр. Пей. Пей, 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 пей. Пей. Сколько? Ладно, хорошо, неплохо. Пол-литра выдуло. Сколько еще будешь? 9 минут. Так, а что у нас по другим статам? Все нормально? Голод разве что. Ячейка для готовки. Готовить. Сдувшаяся банка тушенки. Блять! А, сначала открыть надо, да? Потом вскипятить. Бля, похуй, ешь. У нас тут, блядь, не ресторан, чтобы что-то нормальное. Согревание, неплохо. Все, ладно. Обосрались мы. Короче, слава богу, не траванулись, а то бывает тут такое дело. Сколько до конца дня согревания? Еще много. По ощущению, как хорошо-то. Плюс 7. Требуется топорик. Че, я не хочу скамейку убивать, подождите. Мне тут другой прикол. Еще спим 6 часов. Бонус теплой кровати плюс 5 градусов. Неплохо. Ой, лишь бы я забыл, когда я начал, поэтому мы закончим, когда закончим. Так. Голод до сих пор. Блять. Может, на улице там не все так плохо? Где выход? Выход был где-то справа. Покинуть домик. Давай. Я просто посмотрю, что там на улице. Бля, все плохо. 21 градус. В принципе, это не критично. Мы так живем уже 2000 лет. Или больше? Больше живем. Мы тут живем 14 миллиардов лет, получается. Откуда свет? Вопрос. У меня там нет света.
заходи обратно, нечего там, блядь, вала ебать. Ой, что тут, что это такое? Ладно, мы обратно спать идем. Осталось примерно часа 3, я думаю, поспим. А, подождать можно часа 3. God, he did anything right about now. Я бы тоже сожрал что-нибудь, знаешь ли. Так. Во, все, светло стало практически. Стол. Так, у нас нечем разламывать в любом случае. Давайте последнюю спичку потрачу в этом домике. Скамейку можно разломать. Давайте. Мне просто нужны дрова. Иначе без них мы никуда. О-о-о, посветлело. Отлично. Но по одежде тут все равно ничего нету. Можно было бы посидеть, починить. Но пока лучше мы просто пойдем в другое место. Я бы, честно говоря, наготове держал пистолет. Давай, заряжай. Одна пуля, это что, чтобы застрелиться? Так, убери его. Как его убрать? Сейчас. Тут была кнопка как-то убрать. Во, хайда. Ну, типа, хэ на хайда. Можно как-то разломать? 20 минут ломать палку, ты чё, издеваешься? На улице минус 17. Ох ты ж, ёбаный шашлык. Я думаю, нам стоит ускориться в любом случае. Ой, как же сильно жарит. Минус 26. Это потому, что мы на плоскости, да? Я чую, за сегодня мы с вами из этого домика не выберемся. Нам просто нужно найти что-то, чем развести огонь. Мы должны, по крайней мере, свою одежду починить. Так, это у нас не дрова. Вылази отсюда. Ну и залупа. Это что там? Олень. Ну, оленя одной пулей мы не убьем, это точно. Тут камни, кстати, есть. Ими можно кроликов ловить. Да че ты, блядь, долбишься? Десна, нормально все. Сейчас найдем что-нибудь такое, типа, крутое, да? Блядь. Блядь. Олень, съеби отсюда. Не-не-не-не-не-не-не. Уйди от моей палки большой. Шел. Есть что-нибудь? Я надеялся, это труп. Так, ладно, все понятно. Либо нам не повезло, либо мы в жопе. Да беги ты. Тут что-то кто-то прятался. Нет? Я думаю, и нам не стоит. У нас есть дом. Дома у нас хорошо. Ты еще мне приказывать будешь, что ли? Я тут вообще-то в минус 30 в школу ходил. А придется еще и в универ пиздовать. А это на другой конец города вообще. Так что нет, 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 никаких огней. Привыкай, привыкай. Это тебе, блядь, не курорт. Удачно мы локацию выбрали. Прекрасно, отсюда мы не выберемся, походу, ближайшие дня 3. Пока я не по это. Да, еще ветер подует. Отлично. Так, только ноги не ломай на этих уступах, я знаю, как это происходит в жизни. Идешь, идешь, и тут бац, кустарник, быстренько, хоп, все, пизда. Ладно, риск переохлаждения, риск обморожения, все, залази обратно. Нахуй это дерьмо, дома сидеть лучше, вот и я сижу дома каждый день, целыми днями. Удачно, особенно если... Однако холодно. Все, нормально тебе? По ощущению 4 градуса. Укутайте пораженный участок, блять.